кран, ну, допустим, экскаватор приедет, ковшом поднять ее. Не дай бог, тут только полдерева. Услышали, что где-то рядом, а потом у нас как бахнуло. Кинули скрипло. Да. Выяснили, и услышали, что стекла посыпались, что стены задвигались так. Вот осколки, вот они все. Вот они такие вот осколки. Ну, окно вот выбито, крыша пострадала. Все живые собаки только. Пес. Через два дома улетел.